Всем привет, это MetRatings.ru, и сегодня мы с вами зарегистрируемся в букмекерской компании Alimbet. Для начала зайдем на наш сайт MetRatings.ru, ссылочка внизу под этим видео. Найдем в рейтинге букмекерских контор Alimbet, посмотрим, какой бонус, сколько отзывов, можем почитать обзор и перейти на сайт. Нажмем на сайт. Господин Черданцев, Черданище встречает нас здесь, получить бонус 500 рублей каждому новому игроку. Получить. Регистрация. Вводим электронную почту, телефонный номер и промокод. На телефон приходит смс, где указан логин и пароль. Вводим указанные цифры. Для того, чтобы начать делать ставки на нашем сайте, нам необходимо проверить ваш статус идентификации. Проверить. Введите код смс, который пришел вам на телефон. Смотрим. Идентификация подтверждена. Если у вас есть Kiwi кошелек, к которому привязан ваш телефонный номер, просто приходит смс-очка и вас идентифицируют, то есть подтверждают вашу личность. Что делать, если у вас нет Kiwi кошелька? Нажимаем на вкладку «Идентификация» и здесь внимательно читаем всю инструкцию. Можно пройти идентификацию электронным способом. Для этого необходимо загрузить фотографии паспорта. Это первую страницу паспорта и страницу паспорта с регистрацией. Далее выбрать способ видеосвязи. Можно пообщаться с представителями БК Олимп через Skype, WhatsApp или Viber. Для прохождения идентификации оператор свяжется с вами в течение 30 минут. Если же вам неохота загружать документы, то можете пройти идентификацию офлайн в салонах Евросеть или Контакт с документом и подтвердить свою личность. Как видите, зарегистрироваться в БК Олимп легко и просто. Заходите на наш сайт metratings.ru, читайте всю информацию о БК Олимп, какие плюсы, минусы есть у конторы, что пишут сами игроки, какие лучшие линии. Проходите по ссылочке, которая закреплена под этим видео. Проходите и побеждайте!